Всем доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. Добро пожаловать на канал Добрые дела. В этом ролике я хочу представить вам небольшой обзор Родопского бульвара. Для тех, кто уже прогулялся по этому парку, для них будут приятные воспоминания. А те, кто побудет впервые, для них будет хоть какое-то представление об этом бульваре. Этот Родопский бульвар – это один из красивых городских парков города Махачкалы, Республики Дагестан, который расположен в Приморской зоне на территории Ленинского района от улицы Тихонова до улицы Максима Горького вдоль полотна железной дороги. После разрушительного землетрясения в 1970 году болгарские строители принимали участие в восстановлении города. Поэтому название бульвару дано по горному массиву Родобы в Болгарии в честь дружбы народов Дагестана и Болгарии. На территории бульвара высажены деревья, устроены цветочные клумбы, установлены скамейки. К бульвару выходит летняя площадка филармонии. Имеются аттракционы, кафе и предприятия торговли, детские площадки. Как вы видите, красоту нас с вами создали для туристов, для всех отдыхающих, где можно налюбоваться, где можно посидеть и заодно подышать морским воздухом. Этот бульвар расположен вдоль береговой линии Каспийского моря. И он является частью садово-парковой зоны города Махачкалы, который находится на историческом месте 19-го столетия Базарной площади. Это по соседству с городским пляжем и морским портом. В окружении удивительно красивых ландшафтов парка свое заслуженное место получил памятник Сулейману Гасанбекову Стальскому, основоположнику лезгинской и дагестанской поэзии. Ныне Родопский бульвар занимает место протяженностью 2 километра, полностью реконструктирован под зону отдыха. Thank you.
походу кто-то что-то затоптал. Не знаю.